Итак, мы снова в Кучугурах. Вот когда мы были на вулкане, плюхались там, мы случайно познакомились с канадскими парнями. Они сказали, что отдыхают вот в этом домике у нашего земляка из Чувашии. И вот мы уже на Черном море отдохнули и решили заехать к нему. Переночевать, отдохнуть, чтобы с новыми силами добраться к нам на родину, в Чувашию. Сейчас посмотрим, что у него здесь есть. Вот, имеются обязательно парковочные места. Вот здесь летний душ на улице и туалет. Вот качелька детям. Можно пожарить шашлычки. Вот здесь такая летняя кухня. Стиральная машина, холодильник, микроволновки. Вот можно готовить. Вот мы поднимаемся наверх. Вот на втором этаже три номера. Один из номеров. Вот они только начали в этом году, в 2019 году работать. Все новенькое. Вот шкафчик. Вот здесь вот другой номер. И на три номера вот санузел и душ. Поднимаемся мы на третий этаж. На каждом этаже три комнаты. И там могут располагаться от 2 до 4 человек. Можно приезжать целыми семьями и занимать прям целый этаж. Вот здесь 4-местный номер. А вот здесь даже 5-местный номер, прям на целую семью. Вот здесь вот 3-местный номер. Здесь вот такой вот санузел с душем.